Самарской области за объекты благоустройства проголосовали почти 226 тысяч человек, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в России на обсуждение вынесли свыше 5 тысяч объектов. За 2,5 недели за них проголосовали 6,5 миллионов человек. В Самарском регионе в голосовании участвует 105 общественных территорий. За эти пространства проголосовали 225 828 жителей. Отдать свой голос за любимое общественное пространство можно на странице 63.городсреда.ру до 31 мая. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары совместно с туроператором по внутреннему туризму «Сказка странствия» приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин». 5 мая с 18 до 21 часа экскурсия «Модерн» в Самаре. Гости узнают о самых красивых особняках города, архитекторах и о людях, которые жили в этих домах. Количество мест на каждую экскурсию ограничено. Запись ВКонтакте. Подробности в телеграм-канале Департамента экономического развития Самары. Телеграм-канал Куйбышевского района Самары рассказывает, что в честь празднования Дня Победы в районе пройдет ряд мероприятий. Например, 6 мая в 11 часов при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации города, а также Дома культуры «Заря» состоится праздник «Крылья Победы». Местом проведения выбран Ерик Парк в Волгаре.